Но в России же живут разные люди, люди разных национальностей. И сегодня мы на нашем мероприятии приветствуем всех мальчишек и девчонок, несмотря на национальности. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас здесь представители и башкирской общины, и узбекской общины, и таджикской общины, и еврейской общины, и наши дорогие ребята из детского сада номер 90. Здравствуйте! Где точно подружиться захотят? Три пятачка, три хвостика и глазки у самых дружных в мире поросят! Людей боюсь, козлят боюсь, медведя, лисы и зайца, ежиков боюсь. Будет сытно, вкусно и тепло, будет очень-очень хорошо. Хрюшкам нужен свой уютный дом, будем дружно жить мы только в нем. Будет сытно, вкусно и тепло, будет очень-очень хорошо. А потом нет у тебя никакой сгущенки. Ой, сгущенки, может быть, и нет. Зато знаешь, что у меня есть. И все просто превосходно было в нем. Балкон, фундамент, крыша, стены, окна. Все идеально было в нем. Но там крыша из соломы, из камней ступени, из прутьев там входная дверь. И, разумеется, кирпичные в нем стены. Ну, стало ясно вам теперь, из трех домов один построить нужно. И поросят тем самым победить. И заживут они, как прежде, дружно. Ну и со мной они начнут дружить. Я ворону! Только страшно! Да, а когда страшно, спать хочет, да? А чтобы не спать, нужна считалочка. 10 поросят отправились обедать. Один ушел домой. Их осталось 9. 9 поросят. Поев клевали носом, поспали в тихий час. И их осталось 8. В нем так хорошо много-много кушать и много-много спать. Лучшего домика не найти. Нашелся! Самый лучший
домик из деревянных прутьев, потому что он практичный и очень экологичный. А лучше всего домик из кирпича. Потому что кирпич крепкий, надежный и очень-очень уютный. Ну не то, что эти ваши соломы и... Ну чего, да, мне тоже хорошего образца. А потом они все вместе построили один большой общий дом. Это черемок, что ли? Лучше, потому что там были лучшие кирпичи, самая душистая солома и великолепные прутья. Поднимаемся со своих мест и проходим в тот зал. Со снежинками играла. Да от дедушки отстала. Здравствуйте, мои друзья! Видеть всех вас я! Вы меня узнали? Да! Кто я? Снегурочка! Правильно! Девочка Снегурочка, все меня зовут! Ах, а там фонарики! Ах, а там еще дождинки! Не забудьте про снежинки, рыбки золоченые, а такие веселые. Замри! Свои руки подними на колени, опусти и коленки вправо, влево, ты птичка разлей. И теперь попробуй прыгать с нами так, а когда наступит время, замирай вот так, двигайся! Здравствуйте, здравствуйте, девчонки, девчонки, да мальчишки, целый год уже прошел, в гости я опять пришел, я живу в лесах дремучих, среди елочек пахучих, у меня румяный нос, ну-ка, кто я? Конечно! Так, с Новым годом поздравляю!